Автор и исполнитель популярного сельского хита Куат Кудайкулов заставил улыбаться, подпевать и подтанцовывать едва ли не всех собравшихся. Концертные номера в 30-летний юбилей поселка Солнечный сплошь хиты. Даже гость из Узбекистана, приглашенный первооткрывателями поселка, подготовил полюбившимся миллионам Аишу и лошатами Кантары. Работая еще председателем профсоюзного комитета производственного объединения «Кибастузэнерго», участвовал в первом заселении первых жильцов нашего поселка. Тогда я жил и работал в Кибастузе, теперь я житель поселка Солнечный. Поздравляю всех моих односельчан, всех моих коллег, товарищей, вот они рядом стоят со мной, с этим замечательным юбилеем, 30-летием поселка. Всем желаю добра, хорошего настроения. Ну и творческих успехов во всем, и в работе, и в домашних делах. 30 лет. Дата и большая, и маленькая. И мы дожили до этих дней, когда мы можем радоваться за вас, пожелать вам успехов, достатка, благополучия в семьях. Дети, внуки приносили радость. Всего вам хорошего. Не обошлось, конечно, и без официальной части. На праздничные мероприятия выехала делегация чиновников и ветеранов труда из Кибастуза. Все, кто не понаслышке, знает о ГРЭС-2 и основании поселка. Одним из первых со сцены поздравил сельчан аким города Кайрат Нукенов. Перед нами стоят много задач по благоустройству поселка и, соответственно, созданию благоприятных условий для комфортного проживания жителей села. Продолжается средний ремонт дороги по проспекту Конституции. В рамках дорожной карты занятости 2020 из Национального фонда выделены средства на ограждение парка Победы. Также по данной программе до конца текущего года планируется провести капитальный ремонт Дома культуры МакПал. Из городского бюджета выделены средства на разработку проекта сметы документации для строительства школы с государственным языком обучения на 420 мест. Работа по благоустройству поселка будет всегда продолжена и всегда будет находиться на особом контроле. Традиционно почетные грамоты от акима города получили самые активные жители, внесшие свой вклад в развитие Солнечного своим добросовестным трудом. Жумажан Жумаханович Ашимханов, Абай атындағы номер 28-ші жалпы орта білім беру мектебінің бастапқы әскери дайындық және дене шынықтыру пәнінің мұғалімі. Мухутдинову Валентину Владимировну, начальник отделения связи номер 16 поселка Солнечный АО «Казпочта». Методисту Дома культуры МакПал. Воробьевой Елене Шайдуловне, инструктору по физической культуре ясли сада номер 17 «Жидек». В это же время недалеко от сцены развернулись спортивные баталии. 13 сельских округов вступили в бой за первенство в спартакиаде. Волейбол и футбол, армрестлинг и борьба, шахматы и тогыз-кумалак, перетягивание каната и многое другое. Посмотреть было на что. Остроту привычному азарту спортсменам дал особо желанный приз – 2 миллиона тенге на благоустройство сельского округа из бюджета региона. Щедерты и Околь едва ли не достигли желанной победы, но заняли второе и третье места. Лидерами состязания оказались юбиляры, набравшие 820 баллов. Как говорят тренеры, проиграть Солнечный поселок в этот день просто не имел морального права.